Может, справку с ними? А то она, конечно, плохая такая. Игорь Кожевников и юрист Анастасия Кузнецова готовятся к первому визиту в суд. В июле прошлого года мужчина стал жертвой мошенников. Аферисты работали с ним по схеме «Переведите деньги на безопасный счет». Я говорю, а зачем мне надо квартиру подать? Они говорят, вам надо сделать, вам, вы не беспокойтесь, вам сделают фиктивную сделку, и все деньги вам вернутся. Как говорят эксперты, сделки сомнительной законности в Альметьевске не такая уж и редкость. Статистику по количеству они не подводили, но могут сказать точно, с чего все начинается. С мошенничества. Либо классического контактного, либо с телефонного. В итоге решается все через суд. И так или иначе, во всех этих схемах фигурируют банковские служащие. Сделка совершалась не через регистрационную палату, не через нотариуса, поэтому понятно, почему она все-таки совершилось через банк. Там либо специалист некомпетентный, либо специалист в сговоре, по моему субъективному мнению. В итоге Игорь Кожевников, инвалид второй группы, нетрудоспособный, остался без жилья. О перспективах дела говорить пока рано, признается Анастасия, да и раскрывать тактику юрист пока не хочет. Как вы здесь обжились хоть, нет? Ну ничего, обжился вроде бы. Но дома все равно скажите, дома, да? Ну да. Сейчас главная задача команды – отменить заявление риэлторов о снятии Игоря с прописки. Потом признать сделку незаконной, а пока Игорь Иванович стал для Анастасии не подзащитным, а подопечным. Она сняла ему квартиру, он устроился на работу, чтобы оплачивать ее уже самому. Следующее разбирательство назначено на первую половину апреля. Тимур Туманов, новости Юго-Востока.